Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Мы с вами на большом хоккее и переносимся в подмосковную Балашиху на одноименную арену имени Юрия Ляпкина, где сегодня состоится третий матч финала Восточной конференции. Омский «Авангард» против казанского «Акбарса». Коста! 3-2, может быть, выход. Да, Коста, поперечная передача, бросок! И это было очень опасно, друзья! Как там здорово подключался по левому борту Доус. Он сейчас шайбой в центр. И забивает «Акбарс» 1-0. Какое подключение защитника. Вот то, о чем мы говорили. Роман Рукавишников на чистый лед выходит. И 1-0. Казанцы завладели шайбой после броска Доуса. И Найджел, выехав из-за ворот, увидел подключавшегося к атаке Рукавишникова, который оказался абсолютно один и беспрепятственно расстрелял Шимона Грубица с пятака. Воронков сейчас здорово ставит корпус и продолжает контролировать шайбу. Вот так вот ушел на противоходе от защитника и бросает, но не точно. Так тянулся немножко Воронков к этой шайбе. Еще один бросок и не видит шайбу Грубец. 2-0. Рикошеты на воротах. Вот это да! Ну, практически все реализует сейчас «Акбарс». Думаю, что все к этому и шло. Казанцы по первым минутам этой встречи на полсекундочки, на полшажочка опережают. А мячей «Авангарду» приходится очень сложно. И пока команда Боба Хартли не может справиться с высочайшим давлением со стороны гостей. Внимание! Наше видео просмотра внедено. Игры высоко поднятой клюшки перед взятием ворот нету. Хороший гол! Воронков становится автором шайбы. Тут четко действует на своей синей линии «Авангард». И вот здесь Комаров побежал вперед, обыграл, как здорово, Комаров! И там Беляло в ближнем бою еще момент! Как здорово сейчас Гончаров накатил! Ну, фантастическая игра и Белялова, обороны «Акбарса». Классно атакует «Авангард», супер хоккей! Действительно, надо более активно и агрессивно играть «Авангарду», если хотят они забрасывать шайбы в этом матче. Здесь Корме припечатал, а затем и Петрову досталось уже на другой половине площадки. Ну и отмечали мы с тобой Костина как одного из лидеров в составе «Авангарда» по количеству силовых приемов. На старте этого второго периода очень активно выглядит команда «Хартли». Еще минуту даже не отыграли команды. Ну и вот такие жесткие силовые мы видим от «Авангарда». На грани фола действуют сейчас казанцы. Вот так вот, может быть, через жесткую игру пытаются они себе какую-то уверенность вернуть. Неплохо. Хороший выход из зоны. Клим Костин тащит шайбу. Дальше на Буше. Буше пока не очень заметен. Рид. Хорошее оставление. Пока, и можно бросать. В ближнюю девятку метил Вилли Пока. И ответ. Быстрый Буше. Надо забивать. Но он бросает в ближний угол и прямо в Белялова. Продолжается атака Пока. Пока набрасывает. Это гол! Опять Костин подправил. А? Фантастика! 2-1. И все становится совсем интересно. Да, мочище-то какой! Буше там пытался тоже закрыть обзор Белялову. И вот контратака у «Акбарса», редкая в этом периоде, бросок! Там Юдин поддерживал атаку, и почему сейчас Галеев не сделал ему передачу? Читался этот пас, и Юдину было удобно бросать в касание, но Галеев бросил сам и не забил. Друг друга подбадривали казанцы, говорили: наша игра, ребята, надо выиграть. И сегодня очень важный матч, не удержал Грубец шайбу, но... И более аккуратно уже действует «Акбарс». Где-то ждет, что заиграется в атаке соперник и появятся свободные зоны. Вот туда как раз команда «Квартального» и будет врываться. Готовец. Ну, может быть, бросить на фарт. И бросает Готовец. И в створ летит шайба. Но она в ловушке вратаря. Кстати, очень неплохой бросок получился у Готовца в дальний угол. Пожалуй, самое правильное решение Готовец выбрал. «Акбарс» все-таки дотерпел. И одерживают казанцы первую победу в этой серии.